обувь для «Лады». Российский «АвтоВАЗ» подписал контракт с белорусским концерном «Белшина» на поставку автомобильных покрышек. Основной рынок, конечно, рынок России. Порядка 60% всего экспорта приходится на рынок России. Что такое тоска по-белорусски? Российские и белорусские лингвисты создали уникальный электронный ресурс, который позволит делать более точные переводы с русского языка на белорусский и наоборот. У Беларуси две державные мовы – русская и белорусская. Забытая война. В Москве и Минске прошли премьерные показы фильма «Батальон» – исторической драмы о событиях Первой мировой. Замечательное впечатление, очень хорошее, мощное впечатление. Но главное – фантастически жалко их. Вот это главное, что у меня, это точно. Рисунки с 3D-эффектом. Объемная вышивка шелковыми лентами позволяет создавать удивительные произведения искусства. И когда я работаю, я не чувствую ни ног, ни рук, ничего.